ребятки, всем добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня обзор и начало прохождения игрушки под названием Desolate. И это очень крутая игра, поэтому я надеюсь, она вам понравится. Поехали! Ну что, новая игра. Давайте посмотрим, что она из себя будет представлять. А выглядит очень эпично, а выглядит очень интересно. Игра на стадии разработок, поэтому здесь много всего, и патчи обновляются очень часто. Я рекомендую следить за обновлением именно этой игрушки, потому что она действительно стоящая. Посмотрим, смогу ли я справиться с английским в этой игре. Если все получится, то мы полностью пройдем ее. Так, хорошо, мы в игре. Так. Разбираемся с управлением. Воу, тихо. Наверное, это не надо было делать. Или надо было делать, я не знаю. Так, возможно, нам что-то интересное и нужное рассказывали на самом-то деле, но так как все на английском. Так, пианино я, короче, сломал, я понял. Идем дальше. Исследуем. Это что-то типа хоррора, правильно? Так, я взял палочку. Теперь все серьезно. Так. Это все то, что я могу забрать, правильно? Да, хорошо, совершенно верно. Окей. Изучаем игру, обозреваем. На. Пока что дверь открыть я не могу, а фонарика у меня нету, и ничего подобного тоже. Так. Ну, как они мне предлагают что-либо сделать или выйти отсюда? Так, хорошо, допустим, мы вставили ключ. О нет, здесь слишком светло. Какой-то разлом или что-то в этом духе. Портал, в общем, выход из здания. Ну, картинки красочные, если честно. То есть, те монстры, которых нам показывают, выглядят неплохо. Мы на улице оказались, да ладно. Хорошо. Да мы поняли, у тебя крутые перчатки кожаные, классно. Хорошо, палка у меня есть. С этим уже можно работать. Откроем ящик. Так, очки, да? Хорошо. Со мной какой-то полковник разговаривает. Пока понятия не имею, кто он такой, что он от меня хочет. Но, скорее всего, он меня информирует, дает мне важную информацию, которую я, конечно же, не понимаю. Так, я могу собирать травы. Вижу отметку, отправляюсь к ней. Давайте посмотрим. Воу. Ну, вот этот скелет уже эпичный. Я предполагаю, что это ранее был кит. Но могу ошибаться, конечно же. Вот знаете. Так, первое животное, которое я нашел. Что это, ящеры или что-то в этом духе? Это детка Desolate. Давай попробуем завалить эту херню. Херовина выглядит очень стрёмно. Так, подошел, ударил. Хорошо, убил. Немного меня даже поддамажило на самом-то деле. Но я думаю, я справлюсь. Я думаю, это не проблема для меня. Я смогу типа разделать их. Так, хорошо, я забрал. Что это я взял? А то ли, ну, дорк, то ли это кожа или мясо, что-то в этом духе. Ну, мясо это мид, значит, скорее всего, это кожа. Хорошо, двигаем вперед. Давайте попробуем забить это животное, которое я хотел убить. Волк. Он почти убитый. Хорошо. Буквально один удар, и мы смогли его добить. Скорее всего... Не, я не смогу сказать, что это. Так, хорошо, идем дальше. Я видел траву, которую можно забрать. И там же я видел лагерь, начатый. Кем-то разведенный. Надо посмотреть, что это.
Так. Лопата. Окей, пригодится, я думаю. Ух ты! Вот так вот я выгляжу. Ужасно, если честно. Лучше бы я этого не видел. Так, здесь я могу приготовить мясо. Хорошо, и вот это могу тоже сделать. Это типа сухпайок. Окей. Тоже пригодится. Мешок можно смотреть? Пустой. Да? Нет. Хорошо. Пошли дальше. Первых животных мы убили. Немного с игрой ознакомились уже. Ну что, по-моему, интересно, да? Так, еще один труп. Интересно, можно провалиться? Ну, вроде как нет. И вряд ли мне надо было сюда идти, но там... Или что-то есть ли у меня глюки? Сейчас надо посмотреть. Вдруг здесь действительно есть что-то интересное. Так, ну, вверх по скалам я вряд ли взберусь, поэтому можно отправляться обратно. А в правом нижнем углу отображается моя выносливость, поэтому вечно бегать я не смогу, не думайте. Вот, например, сейчас я уже бегать не могу. Но она довольно быстро восстанавливается, это играет, на руку. Я так понимаю, в игре бегать придется много. Так, а как сюда забраться-то? Так, хорошо. Мне кажется, там есть какой-то путь попроще, чем то место, куда я вот это ползу. И как бы я сейчас не забагался и потом не застрял бы. Я увидел еще одно животное, я разобьюсь, да? Да, от падения все-таки отнимается ХП. Значит, падать не советуют. Так, ну я увидел животное, которое я хочу убить. Их тут, кстати, двое. Так. Отлично. Ударил, заблокировал. Какого хрена? Вот это было неожиданно, конечно. То, что меня можно сбить, это весьма я офигел. Тихо. Сейчас меня могут убить. Если второй... И я сдох. Черт возьми, что-то я не рассчитал, слушайте. Можно еще раз, пожалуйста? Что, все заново? Да ладно, а сохранение? Черт возьми! Оу. А труп, а ящик, а все остальное. Кошмар. Вселяйте, все заново. Ужас. Ну что, для обзора будет достаточно, а прохождение от меня уже качественное, не умирающее, будет дальше. Спасибо, ребятки, большое. Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх.